Продолжается программа переселения из трудоизбыточных регионов трудодефицитные. Представители Павлодарской области рассказали об условиях для переселенцев. На каждого члена переезжающей семьи предоставляется единовременная помощь в размере 70 МРП, то есть вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, участникам программы в течение года оказывается материальная помощь для снятия квартиры в аренду, оплаты коммунальных услуг. На крупных производственных предприятиях в сельском хозяйстве Павлодарской области не хватает рабочих рук. Также востребованы специалисты сферы образования, здравоохранения, туризма. В прошлом году из регионов в северные районы переехали 114 семей. 30 из них – Павлодарскую область. Из предложенных работодателями нашей области 2000 рабочих мест, на сегодня свободны 200 вакансий. Это такие направления, как образование, здравоохранение и сельское хозяйство. В этом году по квоте планируем принять 500 кандасов и 2600 переселенцев из других районов. На сегодня к нам приехало в общей сложности свыше 1400 человек из южных районов. В Баянаульском районе 12 ульных округов и один поселок. По словам представителей социальной сферы, здесь хорошо развит туризм, много производственных площадей. Проблем с жильем нет. В Баянаульском районе есть аульный округ Каратомар. Сейчас здесь построены новые шестиквартирные 3 дома. Квартиры четырехкомнатные, 85 квадратных метров. Принимают людей, которые хотят переехать. Там есть большой магазин, ТО МТС, где есть свободные рабочие места. Также много рабочих мест в животноводстве, на полях, на сенокосе. Мы с радостью принимаем всех желающих приехать и работать.